Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал Апамның саяхаты тағамдары, что в переводе означает «Апашка путешественница» и «Апашкина кухня». Все в одном канале. Если нравится мой канал, подписывайтесь, ставьте лайк и комментируйте, так как впереди очень много видеороликов. Мы побываем с вами и в Турции, в столице Османской империи, в гареме Хюрем-Султана и в мечети Великого Сулеймана, а также в Италии, побудем в селе Леонардо да Винчи и так далее, во многих других городах. А сегодня в заключительной части о Туркестане я хочу вам прочитать свои записи. После древнего Самарканда мы прилетели в Южный Казахстан, именно в Святой Туркестан, музей-заповедник Хазрет-Султан. Не раз полководец Тамерлан проезжал со своим отрядом над небом голубоватым, делал перерыв возле могилы святого, читал Коран, дань почести святому, который дорог для всех мусульман. Скоро над степью бескрайней, где парит гордый беркут степной, в честь победы над сыном Чингисхана, по приказу великого Тамерлана был построен новый мавзолей Хазрет-Султан. В ковыльной степи стоит Хазрет-Султан с усыпальницей святого человека, а посередине огромный тай-казан, казан великан из семи металлов, изготовленный мастером из Ирана. Стоит наш казан, талисман, дар Тимура Хазрет-Султану, окруженный военными щитами, привлекая всех мусульман. Прошли года, и по приказу главы страны был составлен генплан «Святое место мусульман» превратить древний Туркестан в новый цветущий Туркестан. Не узнать теперь возрожденный Туркестан. В степных просторах стоит новый Туркестан. Вокруг переливаются на свету фонтаны, много цветущих роз раушан, различные комплексы, огромный караван-сарай, отели, рестораны, летучий театр, искусственный канал. И кто здесь побывал, свежий степной воздух вдыхал. Духовная столица тюркского мира, куда приезжается всего мира, ждет всех, кто еще не побывал, в древнем сокровищнице, который сверкает в великой степи. Дорогие мои зрители, обязательно посетите это святое место в Туркестане. Если вы приедете, вы почувствуете дух древнего Туркестана. Так что Туркестан, новый Туркестан, ждет вас всех. Дорогие зрители, до свидания, до новых встреч!